Нет жертвам ДТП. По таким лозунгам жители города вышли с транспарантами и плакатами на площадь Ленина. Нарин Марцева вместе со всем миром накануне почтили память тех, кто погиб в дорожно-транспортном происшествии. К акции присоединилась и наша съемочная группа. Этот путь ей уже не пройти. Плакат с такой надписью выделяется среди других. Это единственный рисованный плакат. Его нарисовали учащиеся студии. Арт-студии Дома детского творчества под руководством Ирины Михайловны Селиверстовой. И посвящен он реальному человеку, девочке, которая погибла на дорогах наших Нарьян-Мара. Перекресток около площади Ленина, едва ли не самый оживленный участок городской дороги. Плакаты с призывами и баннеры в руках ребят – своеобразное напоминание водителям, что от них зависит безопасность на дороге и чья-то жизнь. Все участники дорожного движения должны как-то понимать, да, что мы должны быть предельно вежливы и соблюдать правила дорожного движения. Потому что каждая жизнь, да, потерянная, но это же горе, да, это страдание. Работа, которую проводят сотрудники ГАИ и общественной организации, снизила показатель аварийности с пострадавшими. Для сравнения, в 2013 году на дорогах города 3 человека погибло и 85 получили ранения. За 10,5 месяцев этого года погибли двое, пострадало 54 человека. В школах проводятся дополнительные занятия детьми, и учителя проводят занятия, и наши сотрудники приходят, проводят занятия с ребятишками. В автотранспортных предприятиях приходят сотрудники госавтоинспекции, проводят занятия с водительским составом. То есть благодаря вот этому комплексу всех мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения нам удалось сдержать количество раненых и погибших людей. В память о погибших на дорогах зажгли свечи сначала на улице, затем в Богоявленском кафедральном соборе, где прошла вторая часть акции. Епископ Нарьян-Марский и Мезенский владыка Яков отслужил панихиду по жертвам дорожно-транспортных происшествий. Закир Вафин, Роман Делимарский, телеканал «Север».